это, никому не двигаться! Всех сидеть! Добро пожаловать в аэропорт Энтебе, Уганда. Мы призываем все революционные движения в мире обратить внимание общества на страдания палестинского народа. На борту 239 пассажиров, 83 из Израиля. Немцы украли самолет с израильтянами. Евреями. Ты же понимаешь, какова будет мировая реакция? Прекрасно понимаю, но все не так. Мы никому не причиним вреда. Мы гуманисты. Надо узнать, помогает ли им Иди Амин. Мы не можем вести переговоры с террористами. Это политическое самоубийство. Если ваше правительство откажется от переговоров, я буду убивать двоих детей каждые 24 часа. Начну с них. Уговор был не такой. Я не нацист. Если сомневаешься, уходи. Зачем ты здесь? Я хочу взорвать бомбу в сознании масс. Ты готов убивать? Готов к смерти? Они заминировали здание. Пора действовать. Узнав об операции, они начнут убивать. Они хотят, чтобы мир смотрел. Все молчать! Каждого, кто окажет сопротивление, убью! Что бы ни случилось, мы поступили правильно.